возлюблена, Тя сына именуя. И люб, види голубиня, ты звезда вашей славы, все утверждения. Я облечься, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе. Крещающийся тебе, Господи, Троическое лице поклонение, родителем улад свидетельствовавши тебе, возлюбленного Тя сына именуя, и дух в виде голубиня, известно ваше слове все утверждение, я блесся, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе, Бою дай. Не крещающийся к тебе, Господи, Троическое лице поклонение, родителем углав свидетельствовавши тебе, возлюбленного Тя сына именуя, и дух в виде голубиня, известно ваше слове все утверждение, я блесся, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе. Господи, Господи помилуй, 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 Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милуя, и же вся завы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи прими и наши в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен есть во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Молитвами Боже ущедренный, благословенный, простите лице Твоеными и помилуйны. Аминь. Христе, святи истины, просвещая и освящая всякого человека, грядущего мир, да знаменство нас, свет лица Твоего, да не мозрим свет неприступный. И исправи стопы наших делами заповеди Твоих, молитвами причисти это Матери всех святых Твоих. Аминь. Господи, знаменуйся на нас. Разуме поющих тя, пришедший явился и си, свет неприступный. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Пресвятой, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами причисти, со Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Глаз Господень на водах вопиет глаголя, придите, примите си, Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, я ищуся Христа. Господи на водах вопиет глаголя, придите, примите все, Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, я чуюся у Христа. Несть Бог освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема. Я, человек на реку, пришел из Христе царю, и рабское крещение приятие чищу блаже, от притечи в руку, грех ради наши, человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Пищика в пустыне, уготовите путь Господень, пришелся Господи за грабли, и приим крещение, прося не вели греха, видишь, шитя воды упояшася, прелетен быть притечей вашего звуки глаголя. Как упросветить светильник света, как руку положить раб на владыку, посвяти мне воды спаси земля мира грех. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон мем. Так о глаголит Господь. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей. Великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, жилище шакал. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущий этим путем, даже и неопытный не заблудится. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печали
и воздыхание удалятся. Премудрость. Пророчество Исаия на чтение. Вон мем. Так он глаголит Господь. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменяемые милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон мем. Так углаголит Господь. И в радости будете почерпать воду из источника спасения. И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Премудрость. Прокинен глаз третий, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся? Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся? Премудрость. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Вон мне. Братья, не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Мир тебе, чтущему. И духови твоему. Премудрость, прости, услышим, святаго Евангелия. Мир всем. И духови твоему. Отма.
Марка, Святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем, и было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. Миром всего мира, благостояние святых Божьей Церкви и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. Во святим храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. Православному епископу Российской Церкви, Господи нашему высокопреосвященнейшему митрополите Ларионе, епископе Евтихии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем приище людям Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской православных людях и об отечестве в России несущих и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всех, всяком граде, стране и верою живущих не Господу помолимся. Господи, помилуй. О миротворении воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся. Вернись. Поеже осветитесь водам всем силою и действием на этим Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже нисходите на воды все очистительному присущное Троице действу Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже даровать всем благодать и избавление, благословение Иорданову силою и действием на этим Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Сокрушитесь о сатане под ногами нашими вскоре и разоритесь всякому совету лукавому, движимому на нас. Господу помолимся. Господи, помилуй. Якобы Господь Бог изымет нас от всякого навета и искушения, сопротивника и достойно соделает обещанных благ. Господу помолимся. Господи, помилуй. Иже просветиться нам просвещением разума и благочестия на этим Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Иже ниспослати Господу Богу благословение Иорданова и освятите воды сия. Господу помолимся. Господи, помилуй. Иже быть в воде сей. Во освящение, освящение дару грехов избавления, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже быть в воде сей, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже явитесь сей отгнаний всяко навета видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Господи, помилуй. О черплющих и емлющих его освящение домов, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть и сей в очищении душ и телес всем верою черплющим и причащающимся от нея, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сподобитесь нам, исполнитесь освящение вот сих, причащением невидимых же невидимых, причащением невидимых явлением Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Поем же услышать Господу Богу глас моления нас грешных,
И помиловайте нас, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Избавьтесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи. Господи Иисусе Христе, Единородный Сын Иси, в недре Отчим истины Божия, источнича жизни и бессмертия, свет от света пришедший в мир, еже просветите Его, озари нашу мысль святым Твоим Духом и прими нас, величество и благодарящий Тебе приносящих, о еже от века дивных Твоих великодействиях, еже в последние веки спасительном Твоем смотрении, в нем же, в наше немощное и нищее деевце смешение, и работным мерам не сшеды, еже всех царю, еще и рабской рукой в Ордане креститесь и претерпел иси, да водное естество осветив безгрешне, пути сотворивши нам, еже водою и духом паки рождения, и к первому нас устрое устроивши освобождению, его же божественного таинства воспоминания празднующе, молимся Тебе, Владыка, человека любче, воскропи на нас недостойно рабы Твоя, по божественному Твоему обещанию, воду чисту Твоего благоутробия дар, воеже над водою сею, прошению нас грешных благоприятно быть и Твоею благостью и благословению Твоему ею, нам же и всем верным людям Твоим даровайтесь во славу святаго и поклоняемое Твое имени, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Творящим Твоим Духом ныне пресней во веки веков. Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты бокотением от несущих Твоей же быть и приведы всяческое, Твоей державу содержащей твари, Твоим промыслом строящий мир. Ты от четырех стихий тварь сочинивый четырьми временных круглета венчал иси. Тебе трепещет умная вся сила, и Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы, Ты простерл иси небо, яко кожу, Ты утвердил иси землю на водах, Ты оградил иси море песком, Ты к отдыханием воздух извиял иси. Ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются. Многочитые херувимы, шестикрылатые серафимы, окрест стоящие, облетающие, страхом неприступные, славы Твоя покрываются. Ты, бо Бог сы, неописанный, безначальный же, и неизглаголанный, пришел иси на землю зрак раба приим, в подобие человечеством быв, небо терпел иси, Владыка, милосердия ради милости Твоя зрети, а дьявола мучим род человечий. Но пришел иси и спас иси нас, исповедуем благодать и проповедуем милость, не таим благодеяния естества нашего рода освободил иси, девственно осветил иси утробу рождеством Твоим. Вся тварь воспевает явшегося, Ты, бо Бог наш, на земле явился иси, из человеки пожил иси, иорданские струи осветил иси. С небесе не пославы святаго Твоего духа и глаз, и главы там огнездящиеся сокрушил иси змеев. Туба человека любче прииди. Сам уба человека любче царю прииди, и ныне наитим святаго Твоего духа освети воду сию. Сам уба человека любче прииди, и ныне наитим святаго Твоего духа освети воду сию. Сам уба человека любче прииди, и ныне наитим святаго Твоего духа освети воду сию. И дашь ей благодать, избавление, благословение Иорданова сотвори, нетление источника, освящение, дар грехов, разрешение недугов, исцеление демонов губительную, сопротивным силы неприступно ангельские. Прелести исполнену, да все
и почерпающие, и причащающиеся имеют ее во очищение души и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой позе изрядную ты боиси, Бог наш, и же водою духом обновивый, обветшавший грехом естество наше, ты иси Бог наш, водою потопивый, приное грех, ты иси Бог наш, и же морем свободивый от работы фараона, Моисеем род еврейский, ты бы иси Бог наш, разрозивый камень в пустыне и потекоши воды, и потоцы наводнившиеся и жаждущие люди твои насытивые, ты иси Бог наш, и же водой и огнем, применивый Илию Израиля от прелести Ваалова, сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Даже всем прикасающимся ей, причащающимся, мажущимся ею освящение, здравие, очищение, благословение. Спаси, Господи, и помилуй православное епископство Российской Церкви, господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, епископа Евтихия, и сохрани их под кровом Твоим в мире, покореем всякого врага и супостата, даром сяя же ко спасению прошения жизнь вечную, да и стихиями человеки, ангелы, видимые и невидимые, славится Твое пречестное имя с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Преклоните, преклони, Господи, ухо Твое, услыши нас, и же в Иордане креститесь, изволивые святивые воде, благослови всех нас, и же преклонением Своя вы, назнаменующих работное воображение, исподоби нас, исполните освящение Твоего воды, сия причащением же, да и будет нам, Господи, во здравии души и тела Ты бы, и все освящение наше Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем. С обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, очищающийся поклонением, кушай. Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, иду среди голубини, известно ваше слове все утверждение, явлейся Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, очищающийся поклонение, родители Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, иду среди голубини, и звезда наше славися утверждение, я Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троичествуйся поклонение, родители Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, иду Да?
спаим вернее, иже о нас Боже благодеяние величество, о нашем прегрешении быв человек, нашим очищением очищается мой Ордане. Еди чистый и непленный, освящение воли, и главы змея сокрушаемой воде. Надо туда тебе бежать. Во всех ему Иордане, кричающийся тебе, Господи, мой чистое и все поклонение, родите его вас, свидетельствовавши тебе, возлюбленного Отца Сына именуя, и глубине голубине, известно ваше словесие утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. О, Иордане, крещающийся Тебе, Господи, родительское поклонение, ради явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Небесную Херувимы, славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Иже в Иордане креститесь, Иордане, изволивай наше, ради спасения Христос, истинный Бог наш. Молитвами Пречистой Матери всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Проходите, прикладывайтесь, я вас всех попробую. Сейчас, подожди, закончу, потом поговорю. Быстрее проходите, ну чего вы, как-то прикладывайте, целую это. О, Иордане, крещающийся Тебе, Господи, пророческое лицепоклонение, ради Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух видимо глубине, известавши словесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещи, слава Тебе. Thank you.
наливать, поставьте стульчик, какое-нибудь блюдо, чтобы над блюдом, не над этими, не над кастрюлями наливать. Лейку приготовьте, где лейка? Какое-нибудь там это, блюдо или таз возьмите сюда, поставьте. Чтобы на пол не налить. А не над кастрюлями наливать. Да, можно убрать. Туда поставить. Ну, проходите, что-то поменяйте. Так, со стола уберите. Вот прягу раздайте. Сейчас надо. Пока не да. Прягу сними. Потихоньку сними.